Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Спайдер Стефан. И сегодня я опять запишу FIFA. Что ж, давайте сразу нажмем компании и будем проходить второй этап. В прошлом этапе мы выиграли счетом 2-1, очень сложно было. Ну, теперь садимся здесь и будем отыгрываться со счетом 1-0-1. Да-да-да, будем отыгрываться. Ну что, попробуем, конечно, отыграться. Здесь, ну что-то мне пока что будет сложно. Ну, давайте пошли. И мобайл. Мобайл сразу выход. Не получилось, да. Дибала. Ребят, я схему поменял, поэтому, да. Теперь у меня рейтинг команды 82. Сейчас попробую объяснить, где Гризман. Сам его пока не замечаю. А вон он вроде бегает. На фланге. Роналду, кстати, тоже на фланге. Ну, пока он владеет мячом, что очень страшит меня. Чего я не хочу допускать. Бути. И мобайл. Ай, ошибка переноса. Ой, снова сильно. Ебала. Опять ошибка. Ну, господи. Такие ошибки не допускаются. Проход в зону, Смит. Ну, здесь уже все нет. Смогут пройти. Это удар, это гол. 2-2000. Потому что я знаю, как закончится этот матч. Мобайл. Эй, блин. Вот чё? Чё такое? Чему? Да? И мобайл. Рывок не получился. Лонгшот. Все еще попытки и мобайла. Ну зачем этот финт? И мобайл, зачем этот финт? И мобайл сейчас грубую ошибку на свою команду влёк. Зачем он сделал этот финт? Неужели хотел переиграть вратаря, который может просто взять в руки мяч? И это пенальти. И желтая карточка, ёлочки. Вот это да, сейф! Сейф! Ребят, я сам не знаю, как я сейчас сделал этот сейф. Мобайл не догнал, к сожалению. И все равно ничего не получается. И снова какое-то нарушение. Теперь желтая карточка. Бути. Мимо. А сейчас бы был гол. Весело бы так было, блин. Йоветик. Бути. Дибала. Дибала. Не Дибала, а Дибала. Господи, всегда путаю. Господи, почему это так? А? Экпам. Экпам смог... успеть отдать на Имобайла, который в прошлом моменте своем ничего хорошего не сделал. Дибала. Пытается пробить. Удар. Сейв. Экпом, почему не подбежал к мячу? Останется для нас загадкой. Итак, что будет сейчас? Хомп хури. Бэкфар 3-0. Но если вот так вот такого счета доходит матч, то уже нет смысла играть, поэтому переделываю матч. Мобайл. Одного пошел. Второго! Ну почему и мобайл так глупо сыграл? Ну просто пушечкой. Решил какие-то, что это было Кристиан Роналду. Вот, кстати, Гризман бегает. Кристиан Роналду по флангу.
отрабатывает угловой, Самбуэза подает. Удар! Ну зачем же? Прям в руки вратарю летит мяч. Магуира. Тилеманс. Отдает на Имобайла. Имобайл снова потерян. Но... Почему ты не удивлен? Дебала. Имобайл. И снова потеря Имобайл. Сколько можно, а? Как-то глупо Имобайл играет сегодня. Перекладина! Ну, Дибала был на подхвате, но Рели оказался быстрее. Прямо к нему мяч полетел. Бэкфарт. Бути. Тилеманс. Ошибка. Смита. Мобайл. Дибала. Дибала смог отдать на Имобайл, но уже зачем? Это же Имобайл. А там вроде прорыв был. Если бы дали еще капельку времени, то, возможно, бы уже что-нибудь-то изменилось в этом матче. Тилеманс. Экпам. Дибала. Бути. Одного гола от этой фамилии не произошло. Ветик прессингует. Не получилось. Призман. Ай-яй-яй, Мангири. Это была очень сильная ошибка. 2-0. Гризман, можно сказать, сам себе привез гол. Райли Смит. Бэкфорд. Смит. Снова Смит. Бэдфорд, Рилли. Не, это уже невозможно. Давайте я опять сдаюсь. Сейчас заново начинаем. Все, можем заново начать. Спасибо большое. Мобайл. Хорошо, Мобайл. Удар! Ну, блин, я уже думал, свершилось чудо. Самбуэза. Бути. Ошибка. Тилеманс. Возвращение. Возвращает мяч. Снова Тилеманс. И опять неточный перед... Точный пас Имобайла. Сколько можно ошибок? Их уже миллиард. И Вина выпасывает угловой. Очень зря, наверное. Выброс из зоны. Минус. Амперли. Бэкфарт. Снова что-то происходит. Экпом не смог запрессинговать. И это первый сейф от... Серго Рико от этой команды. От Бури. Название, ну ладно. Выбор. Новый выбор. После нового выбора. Была.
Закончился первый тайм, счет 1-0. Бэкфарт. Сразу уходим. Тянут время. Офсайд. Хотя офсайда вроде не было. Но засчитали за офсайд. Ладно, окей. Выброс зоны. Это спинчено. Самуэза. Герой прошлого матча. Герой прошлого ролика. Дуэтик. Снова ничего. Хотбэк просто. Экпам. Телеменс. Вот эти ошибки уже в миллиардах. Монголия вся в ошибках. Мобайл. Мобайл идеально. Успел, наконец-то! И Мобайл наконец-то забивает. Наконец-то и Мобайл реализовал свой шанс. С фланга в дальнюю девятку вроде как. Да, в дальнюю девятку. Зарядил пушечку свою родную. Наконец-то. И года не прошло. Витмор, Лейк, странная фамилия, Бэкфорд, отбор, Гризман, Дибала, неважно, и Мобайл, снова и Мобайл, выход, по флангу, получается у Мобайла, получается, и зарабатывает он угловой все-таки. Что-то случилось, что заработал Байл, а угловой. Не, наверное, не такая подача должна была быть. Дибала не запрессинговал. Ветик. Экпам. Мобайл. И все. Матч переходит в дополнительное время. Подкат был, сейчас помешал немного, да, подкат сейчас. Экпам. И Мобайл. Дибала. Телеменс. Телеменс! Вот и Мобайл! Вот не смог и Мобайл. 100 попыток было и у Мобайла. И ни разу он не смог забить. И Телеменс, его первая попытка, и он забивает. Ну, Телеменса лучше не оставлять на рандеву с вратарем. Либо если оставлять, то только прыгать в один угол. Потому что бьет он всегда в правый угол. Телеменс, Дибала, Бэкфорд, удары, все-таки спасение, Бэкфорд забивает счет 2-2, Мобайл,
Второй тайм дополнительного времени. Бэкфорд. Хамхрей. Акпам. Самбуэза. Мбайл. Имобайл! Ошибка! Что происходит? Что происходит? Даже сейчас пасов никаких не отправлял. Что? Сейчас испортили просто идеальную атаку. Атаку, которая могла завершиться. Сами знаете чем. Мобайл. И снова потеря. Ну это и мобайл. Что уж тут сказать. Прессинг, будь я. Будьте идеальный отбор, будьте! Смит. Все-таки спасение. Ветик. Пам. Серегио Рико. Выбрасывает и матч переходит в серию после матчевых бросков. Ну что ж. Мобайл. Забьет ли он по пенальти? Разгон. Мобайл. Судья свистит. Удар. Гол. Нет, нет, нет! Сейв. Что это? Зачем это? Что это? А здесь уже сейвов никаких. Отбитие! Тоже отбитие. А не ожидал вратарь. Ай, в другую. По центру бросил, не ожидал голкипер. Это сейв, что? Сначала вратарь прыгнул, а потом... Ребят, видите, меня забивает? Джовити? Да все. Джовити! Команда Монголия побеждает! Господи, это был шикарный сейв. Почему Сергио Рико так прыгнул? Ну, Сергио Рико сначала прыгнул, а уже потом был бросок. И прям бросок в Сергио Рико. Это просто успех. Это такое везение. Просто уму непостижимо. Я думаю, еще один матч выиграем в этой сборке. И все. Думаю, матч на этом закончится. Итак. Следующий матч против... Руфака тоже отыгрывать. Да, от стопудов так же отыгрывать надо. Давайте, я приготовился, начинаем. Мобайл. Белые против красных. Нормально. Бути. Тейлор. Новые игроки у нас. Надо готовиться. Бути. Не получается у него нормальный атак-пас. Уильямс, Поттер. Это гол. Нет, это сейв. Это все-таки сейв. Получилось у Сергея Рика остановить атаку. Но это еще не все. Да. 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 Мобайл. Дибала, выброс. Ой, что это было сейчас? Такое. Ладно. Просто погони за Поттером какие-то идут.
Река была. Все-таки прошла передача не мобайла. Снова не получилось догнать его. Вот что это за команда такая? Потеря. Команда потеря. И все. Тайм окончен. Мур. Уильямс. Я сдаюсь. Давай, ну, пока не выиграем матч. Серия не закончится. Видимо, эта серия никогда не закончится, ребята. Мы уже снимаем 21 минуту, это много. Выиграл 200 монет. Просто батя бог. 200 монет за проигрыш. Это мой рекорд. Вот это давай. Мобайл. По флангу хотел. Хотел, да расхотел, видимо. Потому что если бы хотел, то получилось бы у него это. Дибала. Дибала, уход! Успел! Не получилось. Вот если бы там вместо Аджой стоял другой игрок, вообще любой игрок команды Монголия, то возможно сто процентов он бы промахнулся мимо ворот. Бути. Так, ну все. Ну, мимо ворот ушло. Сильно. Вот. Да ты идиот, кот! Кот царапается, дебил. Кот! Тим. А, блин, я понял, что он дебил. Просто издал мне аут. Пам. Сергео, как далеко, господи, через целую половину поля выбросил мяч. Самбуэза, Дибала, Имобайл. Самбуэза. И можно было завершать. Не получил. Бути. Нет. Вот снова потеря. Что будет? Гол? Наконец-то что-то изменится в этом. Нет. Никакого гола. Или да?
это гол! Вот это гол! Ой, ладно, ребят, что-то я подустал. Ладно, ребят, давайте, всем пока. Всем удачи, всем пока.